Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас, как обычно, обзорчик утренних акций. Посмотрим, что где есть, что добавили, где что-то не добавили. Начнем с утреннего обзора русского сервера. Не знаю, что тут у нас будет интересного. Такс. Нам редких привет, весна. Ну, здравствуй, весна. Уже лето скоро, у них все привет, весна. Кузница. Подарки тут. Понятно. Донатная бонус от небольшого замка с 26 числа. Ну все, ну. Мы только зажили. 60 накопления, временные акции. Нифига, короче, нету. Так, парящий забрали. Авиар. Смотрим, что в собери себе самого интересного есть. Уже нету этого глюка. Да, нету, все нормально. Закрыто, закрыто. В общем, нифига толкового интересного нет. Набор сокровищ. Раз, набор сокровищ. Два. Ну, в принципе, три донатных карты за 10 баксов, за 15. Нормально. Накопление. Ну, такое себе. Оставляет желать лучшего. В общем, большой пак, вот это вот большой пак берс и такие плюхи, ну я не знаю, как по мне, это вообще ни о чем, просто тупо ни о чем. Так, что там у нас по найму, посмотрим, чекнем. Найм редких. Что-то не хочет, а вот наконец-то нажмакал. Так, есть 5 осколков фанатика, остальных по 5. Ну, честно говоря, с другими серваками, там где у меня на немке по 50 осколков падает, да и герои целые покруче, тут конечно это печаль. Но здесь по одной, в принципе, на английском то же самое, по одной, но разницу, думаю, знаете. Поехали, посмотрим английский сервер, может что-то интересное будет. Такс. Creation Machine. Вот так вот. Еще один раз у нас создали. Это уже третий. Ну, 20 халявной пыльцы. Довольно-таки неплохой бонус для бездоната, я вам скажу. Так. С 5-28. Ну, сутки ровно действует. А вот это типа плюхи. А, это бездонатные плюшки, насколько я понял. 20 штук, 100 книг. Это рандомные плюхи, которые вы получаете. Ну, в принципе, неплохо. 20 пыльцы. 1000 самоцветов. Да, это рандомные первые. Это экстра. Это те, которые... За донат 10 монеток, 100 пыльцы, 10 найма, сундучки, лист. Ну, такие. Такие себе плюхи. Я бы не сказал, что они прям тоже мега вау, но все же. А вот здесь они все вместе. Типа все, теперь все понятно. Еще плюс обычные. Ну, насколько я понял, получается так. Сто пыльцы, 10 найма. Или нет? Тут 20 пыльцы рандомные. Да, скорее всего, донат на эти все вместе. 20, а тут 166. Да, это все просто плюхи. Типа для донатов одно, для этих другое. Extra Creation. Ну, такое. Это дополнительная акция. В принципе, неплохо. А, поехали дальше. Зажигаем дальше огни. Карточку. Так, идем сюда. Через 12 минут аж будет у меня следующая награда. Что, у меня это все недоступно. Трежи честы. Это за донат.
Sleeping. Кстати, на русском шариков нету, хотя должны, в принципе, запустить тоже уже. Так, сегодня у нас четверг, кстати, сегодня битва гелий. О, нифига себе! Здравствуй, Анубис. Так, островок. Забираем. О, кстати, у меня шкурь есть. Сейчас мы заберем сразу же. Билд-и-паг есть. Там еще что-то светится. Сейчас посмотрим, почекаем. Ну вот смотрите, вот допустим, получил 20 пульцев на халяву, эмблема и расходники. В принципе, неплохо. Такс. Поехали дальше. Билд-и-паг. Ну, здесь вряд ли что-то меняли. Все то же самое. 6. Тут тоже у нас все без изменений. Да, все то же самое. Так, хорошо, с этим понятно. Thunder есть. Так, поехали на рынок. Почекаем рынок. Тут что-то я засиделся на английском. Так, аккумуляция. Матрона половина, карта 1400, ну такое, ну 400 кулаков, 400 молотков, тоже классная тема для бездона, можно забирать. Мастер 500, а здесь у нас идут осколки. Ну, в принципе, относительно. Этот уже полпака стоит. Я же говорю, все дешевеет и дешевеет. Так, 2600. 1000 пальцы, 30 камней, опять же, посмотрите, сколько самоцветов дают вам бонусом. Такс. Вот, мастер Мах, мы его вчера собрали, он уже целый продается, фанатик. Вот, тоже неплохо. А что у нас того? Лис, за десятку уже, тоже уже скинули конкретно его. Ну, его и бесплатно можно получить, божество. В цене опять еще больше все упали. Ага, неплохо. Так, поехали дальше, поехали. Самое интересное, это у нас снимочка. Глянем, может, там какие-то есть интересные темки сегодня. Будем на это надеяться. Такс. Так, Орда, Химик, что-то светится, сейчас посмотрим, что светится. Так, понятно, это затрату, тут у нас ничего, пиратик. Халява. Тут у нас Берс в пирате, я не буду на пирата тратить. Так, островок, мне здесь по 500 самого просто падает круто, ну и так вот хорошо, 300 прилетело. Так, забираем. Супер. Вот. Чем мне нравится немка, здесь реально кайфовая тема. Так. Все, донат. Базар маркет закончится скоро. Опа, наборщика можно было бы, конечно, этот забирать. Но 5000 самов сейчас потратить. Ну, не знаю, что-то жаба немножко давит. Тратить, конечно. Ну, с другой стороны, можно и потратить, но... Хочу все-таки на сундуки на этот попасть. Будем пока, наверное, копить. Ничего, от этого не изменится, скажем так. Можно немножко подкопить. Я все трачу, все, что получаю. Вот смотрите, плюшки какие, обалденные плюхи мы получили. Я могу еще на халяву забрать сейчас за просмотр рекламы. Реально круто. 400 самов еще. Дополнительно. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.